Персия возникла из ничего, исключительно благодаря упорству человека. 3000 лет назад по Иранскому Нагорью кочевали древние персы. Источники воды попадались редко. Маханди, инженеры, геологи и лозоходцы одновременно придумали, как дать народу воду. Примитивными орудиями маханди заложили первый камень в основу Персидской империи. Систему подземных каналов, так называемых канатов. Они использовали земное притяжение и естественный уклон местности от Эльбруса к Персидскому заливу. Сначала копали вертикальную шахту и прокладывали небольшой участок тоннеля. Затем следующую, примерно в километре от первой, и вели тоннель дальше. Говорит историк Дэвид Стронах. До источника воды могло быть и 20, и 40 километров. Проложить тоннель с постоянным уклоном, чтобы она поступала с гор непрерывно, не обладая знаниями и навыками, невозможно. Угол уклона был постоянным на всем протяжении тоннеля. И не слишком большим, иначе вода размывала бы основание, и, естественно, не слишком малым, чтобы вода не застаивалась. За 2000 лет до легендарных римских акведуков персы перебрасывали огромные массы воды на значительные расстояния. В сухом, жарком климате, с минимальными потерями из-за испарения.